Ноябрьцы разоружаются. 3 единицы газового оружия добровольно сдали жители города с начала этого года. По словам начальника службы лицензирования ОМВД России по Ноябрьску Руслана Ивахова, тенденция сдачи оружия в городе продолжает расти. Напомню, все это делается в рамках действия программы, согласно которой за добровольную сдачу положено вознаграждение. Так, за нарезное гражданское оружие положена компенсация 8 тысяч рублей, за взрывное устройство 5 тысяч, а за травматическое 3 тысячи. Ко всему, сегодня Ноябрьская служба лицензирования напоминает о правилах приобретения и регистрации оружия. Хотелось бы довести до сведения жителей нашего города, что в соответствии с федеральным законом об оружии, изменениями, которые были в него внесены, любой гражданин, который изъявил желание стать владельцем любого вида гражданского оружия, обязан в учебных специализированных центрах пройти подготовку правил безопасного обращения с оружием. После этого, если гражданин желает приобрести охотничье оружие, он становится членом охотобщества, получает охотничий билет и обращается к нам с заявлением о приобретении того или иного вида оружия. Кроме того, как он может лично обратиться, он также может подать заявление через портал МВД России в электронном виде обратиться.